Друзья, с вами админ группы «Косметика Ори» в Борисоглебске. Меня зовут Татьяна. Сегодня суббота, это значит, что мы получаем заказы по текущему каталогу номер 2, который завершает свое действие сегодня в 7 часов вечера. Поэтому, если вы хотите сделать заказ по этому каталогу еще, успевайте, по крайней мере, до 6 часов, чтобы я успела сформировать заказ и отправить его. Конечно же, многие позиции уже отсутствуют по этому каталогу, но все же спрашивайте, что же есть, чего нету по этому каталогу. И, конечно же, сегодня я покажу, что же заказали мои клиенты в последних заказах по этому каталогу, что я взяла в запас, потому что очень привлекательные цены в этом каталоге. А также я вам покажу, что у меня есть в наличии по новому каталогу 8 марта, тоже по самым выгодным предложениям и по самым привлекательным. Ну, давайте начнем с текущего каталога по заказам моих клиентов. Первое, что я вам хочу показать, это шариковые дезодоранты, которые сейчас идут по очень привлекательной цене 15 рублей. Это парфюмерные дезодоранты. И у меня вот у самой лично было предвзятое отношение перед тем, как заказывать эти дезодоранты, что они просто будут плохо выполнять свою дезодорирующую функцию и будут только пахнуть как парфюм. На самом деле эти дезодоранты отлично справляются со своей дезодорирующей задачей и, конечно же, прекрасно дополняют аромат. Вот два таких вот дезодоранта у меня на заказ клиентки сегодня, она заберет его. И один дезодорант я взяла в свободных позициях. Знаете, вот есть такой аромат Эльви, это аромат ландыша, мускуса, такой свежий, очень нежный весенний аромат. И сделала я это не случайно, потому что в следующем каталоге, который начнет действовать у нас с завтрашнего дня, идет туалетная водичка Эльви с очень-очень большой скидкой, 899 рублей. И практически в 1000 рублей вы можете уложиться, приобретая вот такой вот комплект из туалетной воды и парфюмированного дезодоранта. Сможет стать отличным подарком для любимых женщин. Ну и, конечно же, классный подарок для себя любимой, для тех, кто любит, обожает эти ароматы. А таких поклонников, я знаю, у нас много. Дальше, в текущем каталоге у нас идет со скидкой вот такой вот ночной крем Optimals для нормальной и комбинированной кожи. Это заказ моей клиентки. Дальше, следующая свободная позиция в текущем каталоге по большой распродаже, которая приурочена к 14 февраля, есть вот такой вот аромат магнетиста, ключевой нотой которой является цветок пассифлора. Научно доказано, что этот аромат, эта вот нота, она притягивает противоположный пол и заставляет как бы обращать на вас внимание. Много тестов было клинических проведено относительно этой ноты и, конечно же, много потребительских тестов, которые ощущаем мы с вами. Много опросов было среди наших коллег и действительно подтверждали мужчины, что этот аромат у них вызывает положительные эмоции, заставляет обращать внимание на женщину, носящую этот аромат. Этот аромат вообще на самом деле очень дорогой, полная стоимость его 3300 рублей. В каталоге редко бывают скидки 50%, буквально через там 2 или 3 каталога я смотрела, будет скидка 1800 рублей на этот аромат, а сейчас вот в этой распродаже его выставили с огромнейшей скидкой, которой не было еще ни разу, всего за 1100 рублей, поэтому я приобрела этот аромат. Если он у меня останется, я, конечно же, хочу открыть его для себя и попробовать сама вот именно этот эффект, этот аромат. Он очень сложный, он дорогой, стойкий, ну и, конечно, очень привлекательный. Поэтому мне интересно, но если вам хочется попробовать тоже, знаете, одна штучка у меня есть в наличии, и если еще не кончилось на сайте, можно сегодня до 7 вечера его будет заказать. Акция пока действует. Дальше в заказе сегодняшнем
Еще у меня пришел вот такой комплект ресниц на магнитной подводке. Это комплект, который сам состоит из магнитной подводки, которая наносится на наши веки, и самих искусственных ресничек, которым прикреплены 4 магнитика, которые надежно фиксируются у вас на глазах. И это объем кукольный. Это, ну, как я считаю, самый такой востребованный вид этих ресничек, который очень удобно носить на праздники и тогда, когда вам это необходимо. Мне он очень понравился. У меня у самой есть комплект самых пышных ресниц. Это ресницы густые называются, но для обычной жизни они слишком большие, слишком яркие и длинные. Вот этого комплекта будет достаточно, потому что все объемы этих ресниц я на себе перемерила. И, в принципе, если вам интересно, можете посмотреть мои предыдущие обзоры предновогодние, и вы их увидите. Это декабрьские обзоры, если кому действительно интересно. Стоимость такого набора 1299 рублей. Но, честно говоря, я считаю, что это вполне приемлемая цена, потому что таким набором вы можете пользоваться в течение полугода со дня открытия подводки до тех пор, пока не кончится подводка, пока она будет как бы годна и будет красить. И это очень удобно, потому что не приходится тратить время на то, чтобы записаться к мастеру, сходить туда, вот, нарастить эти реснички. Если это к празднику, то тем более нужно подобрать такое время, чтобы до праздника доходить. Это надо аккуратно спать. В общем, это решает очень много проблем. И для меня на самом деле это настоящая находка. Если бы мне кто-то это подарил на праздник на какой-то, я бы была в восторге. Потому что, да, уже наших женщин очень тяжело удивить, к сожалению. Поэтому все изобретательнее становятся подарки. Но вот такому подарку я была бы рада. Так, одна штучка вот у меня в свободных позициях, но, в принципе, и в следующем каталоге эти реснички можно будет заказать во всех 3 объемах. Дальше, по текущему каталогу у меня еще пришла вот такая тушь The One Tremendous. Это тушь с пышной щеточкой пушистой, которая содержит микрофибру, и это экстремальный объем. В 6 раз она увеличивает наши реснички и распахивает взгляд. У этой туши есть премия Fifi, насколько я знаю. Поэтому, да, действительно, и многие клиентки уже оценили эту тушь, и сама я пользовалась ей. Действительно, есть за что. И в текущем каталоге 65%, по-моему, скидка на нее, 229 рублей всего-навсего. Вот одна штучка в свободных позициях. Дальше. Плавненько переходим к каталогу следующему. Вот этому сейчас я вам покажу, что же интересного есть в этом каталоге. Ну, конечно, оборот страницы, оборот каталога – это самое выгодное предложение текущего каталога. Оно очень интересное, оно очень значимое на самом деле, ну, в моем понимании. Это очень актуальное предложение, потому что весна у нас ассоциируется с легкой, воздушной такой тематикой и, конечно же, с легкостью макияжа. Эта помада, я ее называю стойкий блеск для губ. И когда у меня спрашивают, в принципе, блеск для губ, я всегда рекомендую именно эту помаду, потому что блески очень быстро съедаются и не такие стойкие. В отличие от этой помады, она выглядит так же, как блеск для губ, но более стойкая. Владик, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне помог. Владик, помогу попозже. Уйди, дверь закрой. Вот. И у меня сегодня есть в наличии 2 оттенка, 189 рублей в следующем каталоге. И эти оттенки сейчас вам покажу здесь. Это самый темный оттенок искристый винный, но на самом деле вживую он не выглядит таким темным и томным. Это более такой коричнево-винный оттенок, который нравится вот любителям таких шоколадных оттенков. Очень интересные, очень привлекательные на самом деле. Есть сводчи еще, можете на страничке у меня посмотреть. А второй оттенок — это вишневый леденец. Это такой красно-розовый оттенок, очень яркий, насыщенный и привлекательный. Вот эти 2 оттенка у меня есть сейчас в наличии, и вы можете их уже прямо сегодня приобрести по 189 рублей. Так, следующая тематика помад продолжается. Еще одна помадка, которая тоже взорвалась
похвала, я считаю, наши чаты орифлеймовские, наши любительские чаты, это, конечно же, помада Ультрафикс матовая в оттенке Марсала или Марсала, не знаю, как правильно, честно говоря, назвать этот оттенок. Этот оттенок, он какой-то бордово-винный тоже, и этот оттенок многие ищут сейчас, я знаю... Вот такой он очень красиво выглядит. Есть тоже сводчи фото, которые вы можете посмотреть на моей страничке. Очень необычный, яркий, глубокий. И плюс таких ярких оттенков в матовом исполнении, что они смотрятся очень сдержанно. И макияж хоть и яркий, но он не вызывающий. И, конечно же, отдать такое предпочтение стоит этой помаде. У меня у самой есть аналогичная помада. И в следующем каталоге она будет тоже с большой скидкой, это 419 рублей, но стоит за что, потому что когда помаду мы наносим, она как кремовая, и через буквально пару минут она высыхает, и у вас ощущение такое, что ваши губы припудрены. Что хорошего еще в этой помаде, что она не оставляет отпечатков, как бы сильно вы не прикладывались. То есть, если вы кого-то поцелуете, то помады не останется вовсе, какой бы яркий оттенок это не был. Это тоже большой плюс. Плюс эта помада под маску тоже как бы хорошо заходит, когда надо куда-то зайти, одели маску, и у вас ничего не размазалось, и нету вокруг отпечатков от вашей яркой помады. Тоже здорово и интересно. Вот оттенок Марсала у меня в наличии. Дальше помады. Рассматриваем линейка On Color. В кремовом виде будет у нас по 149 рублей. Эта помада самая, наверное, эко-помада, наверное, в компании Oriflame. В нее добавлено меньше всего консервантов и стабилизирующих веществ и средств, но за счет этого срок годности помады немного меньше, чем у остальных помад. Вообще заявлено, что 6 месяцев во всех помадках. Ну, в принципе, 6 месяцев она выдерживает. Но текстура помады сама очень здоровская, и она претендует на класс люкс. Она может соперничать вот с помадами линейки Giordani по своей текстуре, по своему нанесению, по тому виду, который она оставляет. Эта помада средней плотности, но у нее очень яркий пигмент, и она отлично лежит на губах. Можно даже наносить без контурного карандаша. У меня несколько помад есть у самой таких, и я всегда несколько оттенков заказываю, в принципе, в наличии. Это красный оттенок, видите, у нее даже через камеру такой легкий розовый подтон, и мне кажется, что это такой очень стильный красный оттенок. Это, по-моему, оттенок называется Алый Маг, если я не ошибаюсь, но код сейчас вам скажу, чтобы вы могли посмотреть и уточнить. 38752. Это вот такой красный оттенок. А второй оттенок у нас вот такой. Это персиковый нюд. Оттенок вот именно с персиковым таким отливом. Немножко я посмотрю в камеру. Просто цвет в камере отличается. В реальной жизни цвет немножечко потемнее, чем вы видите от камеры. Возможно, вот так будет цвет более походить на то, что есть в реальности. Да, вот так видно. Оттенок нюдовый, оттенок с легким персиковым подтоном, который подойдет девушкам с теплыми нотками в своей внешности. И вообще я уже давно заметила, что оттенки вот с персиковыми подтонами на самом деле освежают очень хорошо образ и омолаживают свою обладательницу. По 149 рублей будут такие помадки. Дальше, что же интересного есть у нас еще в текущем каталоге? Кстати, вот забыла, у нас есть такое приложение Выгода Плюс. Это маленькое приложение с очень большими скидками. Тоже можете этот каталог посмотреть в статусе моей страницы. И в текущем периоде были там скидки на вот такой спрей-дезодорант, освежающий для ног с мятой и зеленым яблоком. И аналогичный крем для ног тоже с освежающим эффектом и увлажняющим эффектом. С таким же запахом. Спрей для ног 179 рублей стоил, крем для ног 119. Отличные средства. Крем для ног очень жирненький, очень плотненький. Для тех, кто пользуется такая вот есть масочка у нас в компании Oriflame. Сейчас покажу. Очень интенсивного действия.
Fit Up. Вот так она выглядит. И вот те, кто любит и пользуется этой маской, я знаю, есть такие тоже любители, которые всегда ее ищут, не всегда она есть в каталоге. Знаете, что вот этот крем практически такой же, как эта маска по действию, по своей текстуре очень плотный, хорошо увлажняет и заживляет ранки. Поэтому я сама люблю его, я сама с удовольствием пользуюсь этим кремом и, конечно же, вам буду советовать, пока есть такие большие скидки на это средство. Дальше, в следующем каталоге будет вот такой вот гель для душа по 120 рублей в объеме 250 миллилитров. Это джунгли Коста-Рики. Это тропический аромат с экзотическими фруктами и цветами. В принципе, вот как бы стандартный такой цветочный классный аромат. Мне он очень нравится. И вот у меня есть у самой в наличии. Так, дальше. В следующем каталоге у нас компания нас радует мини-версиями дорогостоящих ароматов, один из которых это аромат Possess, это аромат ванили здесь, аромат королевского ананаса и пачули. Это очень сладкие духи, очень яркие духи и духи зимние. Вот 319 рублей, здесь объем 8 мл, но на самом деле вроде кажется 8 мл это мало. Вот так этот объем выглядит и достаточно надолго хватает этого объема. Очень удобный формат, который можно положить в косметичку. Здесь есть распылитель. И для меня очень удобный этот формат для самой, чтобы попробовать дорогостоящие духи, не затрачивая большую сумму. Если вдруг как бы не понравится, не так обидно. В принципе, я радуюсь всегда, когда есть такие мини-ароматы. Я всегда даже заказываю для себя, чтобы полноценно оценить этот аромат. Как он мне пойдет, не пойдет, какой шлейф от него будет и как аромат будет для меня, как бы я смогу его носить или нет, это тоже существенно, и поэтому, конечно же, я всегда заказываю и мини-версии, какие есть у нас в каталоге. Также в текущем каталоге, точнее, в текущем, следующем каталоге, будет набор кистей. Я вообще очень люблю кисти, я люблю макияж, который ими создается, и на самом деле кисти для макияжа это никакая не блажь, это самая такая необходимость, элементарное, чтобы создавать действительно аккуратный, красивый макияж. Вот в этом наборе очень хорошая подборка кистей, которые необходимы. Это, во-первых, кисть бочонок. У меня есть аналогичная кисть. Сейчас я вам буду их вживую показывать и расскажу немножечко о их назначении. Что они делают и что, зачем они нужны. Вот кисть бочонок. Кисть бочонок, у него кисточка сама вот так таким помпончиком скошена, и за счет вот этого среза наискосок им можно пролезть в самые вот такие вот уголки глаза, самые заковыристые, и прорисовать, набить очень хорошо цвет, аккуратненько соблюдая все границы, которые у вас есть в макияже, да. Поэтому да, такая кисточка нужна, особенно если у вас века очень-очень маленькая, очень проблематично залезть куда-то в какие-то складочки. Вторая кисть тоже очень необходимая, это кисть для растушевки теней. Эта кисть плавно соединяет переходы у вас от одного цвета к другому цвету. Я обычно вот таким движением растушевываю тени, и, конечно же, эта кисть необходима для создания хорошего макияжа глаз, просто действительно, да, необходимость. И третья кисть, это кисть для пудры, для румян, для хайлайтеров, для контура. Это для контуринга кисть. У меня аналогичный вариант есть вот в таком исполнении, но я вижу, что кисть будет наподобие, что здесь. Да, действительно, такие текстуры очень наносить проблемно пальцами или какими-то спонжами. Я просто не представляю, как это можно нанести такими средствами. И, конечно же, наличие этой кисти здесь абсолютно оправдано. 529 рублей, если я не ошибаюсь, в следующем каталоге будет такой набор. В принципе, если собирать эти кисти по отдельности, это будет стоить, наверное, аналогично, также, ну, естественно, с большими скидками.
Дальше. В следующем каталоге будет вот такая вот пилка для ногтей. Здесь два вида пилки. С одной и с другой стороны пилка четырехсторонняя. И два вида полировки. 129 рублей. В следующем каталоге вот есть эта пилка для тех, кто ее ждет. Даже если мы наращиваем ногти, то все равно как бы есть такие заусенцы, есть повод воспользоваться этой пилкой, потому что, да, даже если идеальный маникюр, все равно такое средство в доме нужно где-то детям подпилить ногти, где появились заусенцы, ну и самой тоже случаются такие вот огрехи. Поэтому, да, заказываю. На сегодня по продукции я еще раз проверяю, у меня вроде как все. Еще пришли мои пробнички, конечно, которые я дарю в заказах моим клиентам. Это новые духи, это не парфюмерная вода, это не туалетная вода, это новые духи, это впервые в компании Oriflame. Я даже сначала внимания не обратила. Компания выпускает нам духи, и действительно духи намного более стойкие, чем парфюмерные воды, чем туалетные воды. И это очень-очень заметно. Даже когда мы получаем вот этот пробник, потому что в пробнике я сама попробовала этот аромат даже вот этого пробничка хватает очень-очень надолго. Я даже не могу представить, насколько будет хватать этого флакона духов и насколько будет стойкий, цветочный, классный аромат. Поэтому, да, кто будет делать заказы, вот получит такой пробничек в подарок в своем заказе. И, конечно же, два каталога, текущий и следующий, который будет приходить у нас в субботу уже, в среду, в следующие заказы, я буду класть в подарок. Хочу вам еще рассказать о тех акциях и розыгрышах, которые я буду устраивать в период каталога номер 8. Это, конечно же, у нас три праздника сразу. И на каждой неделе у нас будет, помимо основного розыгрыша, который вы сейчас видите у нас на странице, это при заказе на 300 рублей вы получаете один номерок для участия в розыгрыше подарочного набора. Вот эти условия вы можете почитать у меня на странице в статусе. Список участников я тоже там публикую. Но помимо этих розыгрышей мы будем проводить лотерейки. Первую лотерейку, которую мы будем проводить, я буду там разыгрывать серьги. Сейчас, секунду, если я их прям найду быстро, я вам покажу. Это мой комплект серьги с резными вставками, но я сегодня заказала, уже отправила новый комплектик. Вот они. Покажу сейчас вам эту красоту. Условия будут несколько необычные для нашей группы. Я такой